Мы в Михосе. Деревенька на горах. Да, совсем рядом с Фуэнхиролой. Не так, чтобы деревенька. Это город практически размером с Фуэнхиролу. Но явно без пляжа. Мы на смотровой площадке. Обозреваем окрестности. Ну там вот море. Но оно в дымке. Его не видно. Ну его здесь видно много. Наверное, из любого дома. Ну да. Ржут. Что? Что? Ну скажи что-нибудь еще интересное. Мы открыли для себя автобус сегодня. Да. За евро или евро 20 можно уехать достаточно далеко.